И в заключении нашего сегодняшнего вечера сопровождение оркестра играет унисон балалайщиков новоявленный. Ни разу не репетировали. Первый раз видим друг друга прямо на сцене, а также дирижеры и оркестр. В нашем исполнении прозвучит сейчас, секунду я.
В общем, я сыграл и с помощью Андрея. Мы хотели, чтобы сыграло как можно больше достойных, замечательных музыкантов. Ну, конечно, может быть, надо было меньше мне говорить, может быть, кому-то там покороче играть. Ну, нет, опять же, нет. Поменьше, может, вообще не играть, достаточно того, что я с вами разговариваю. Во всяком случае, в общем, мы что смогли, сделали. Вам судить, получилось у нас. Когда-то было там 1-2 играющих музыканта, балалайщиков, в смысле, на весь город. А сейчас вот, пожалуйста, ну, конечно, мы и гости, так сказать, здесь есть, но сегодня не все играли, кто мог бы. Сегодня только, так сказать, ну, большая часть, но не все. Еще завтра у нас, кстати сказать, предстоит концерт во Дворце творчества. Я вас приглашаю, кто хочет послушать, как играют детские оркестры, между прочим, тоже очень хорошо. Конечно, им трудно тягаться с таким замечательным оркестром, как у нас в нашем Краснодарском училище, но тем не менее. Итак, всем большое спасибо, концерт окончен, приходите в следующий раз.